Центр «Клепис» давно мечтал открыть магазин в самом центре города, чтобы людям было максимально удобно приходить. И вот магазин открылся. Адрес Райня 4А. Это благотворительный магазин. «Клепис», который арендует помещение и занимается торговлей, известный в Вентспилсе центр поддержки усыновителей, опекунских и приемных семей. Работает новый магазин по тем же правилам, что и предыдущая торговая точка центра – магазинчик на Тиргус 7. А правила таковы. Pamata doma palika, mēs turpinām atbalstīt audžu ģimenes. Главная наша идея осталась прежней. Мы продолжаем поддерживать усыновителей, опекунов и приемные семьи. Представители таких семей могут прийти как в магазин на Тиргус, так и сюда, на Райне. Свои семьи мы все, конечно, знаем, но из других городов страны тоже могут обращаться. Если есть удостоверение, что это именно такая семья, пожалуйста, можно выбирать любой товар в неограниченном количестве, бесплатно. Так сказать, со 100% скидкой. Кроме того, есть льготы для многодетных семей, тех, в которых 3 ребенка и больше. При наличии соответствующего удостоверения все можно брать за полцены. И еще, мамочки, которые в положении, беременные женщины тоже получают в наших магазинах скидку в 50%. Ари сагайда 50% отлайд мусу вейкалос. Те, кому скидки не предназначены, разумеется, платят. Но деньги совсем небольшие. Закономерные вопросы. Откуда берутся вещи в этих магазинах? И куда идет выручка? Слово Ольги Купши. Tad, kad nodibinājām biedrību, sākam saņemt arī labdarības palīdzību. Тогда, когда мы только основали общество, мы стали получать благотворительную помощь из Германии, Швеции, а сейчас и от местных предпринимателей, от частных лиц. Вещи. И вот когда вещей стало слишком много, мы решили, что можем за минимальную плату их продавать. А то, что получаем, зарабатываем от продажи, пускаем дальше в работу, организуем мероприятия для опекунов, усыновителей, приемных родителей. Проводим курсы, занятия с педагогами, психологами. Все связанное с процессом воспитания детей. Подчеркиваем, очень важный момент. То, что магазины получают от торговли, тратится на работу Центра поддержки усыновителей, опекунских и приемных семей. Таким образом, любой покупатель благотворительных магазинов «Клепис» по факту сам сразу становится благотворителем. Кстати, помимо двух магазинчиков, у центра «Клепис» есть еще склад одежды на улице Атпутас, где можно выбрать и взять любые вещи совершенно бесплатно, не заплатив ни единого цента. Причем любому человеку можно. Для этого не надо быть ни опекуном, ни усыновителем. Складом пользуются самые разные люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Спрос есть на все – и на магазинчики, и на склад.